Ну, це була перша гра, важлива для нас. Всі скучили за баскетболом, враження. Якби перемогли, були набагато кращі, але у нас була трохи скомкана підготовка до сезону. Ми не грали предсезонних матчів, у нас був тільки один з Говервою. Так що я думаю, що цього нам не вистачило, нестача предсезонних матчів товариських. Це баскетбол, вони такі самі молоді гравці, в них там досвідчених гравців 5 чоловік. Тому зараз взагалі чемпіонат рівний, тому не можна сказати, що якась команда не може обіграти іншу. Тому нам просто в кінці не вистачило чуть, можливо, концентрації, зіграності. Ми зробили пару таких помилок, які призвели до швидких відривів, і вони чи за рахунок цього збільшили свою перевагу. Я думаю, що бажання всіх було, і не можна сказати, що бажання не було. Просто в першій чверті все виходило трошки краще, ніж там в другій. Плюс після великого перериву ми вийшли, ми почули слова, які нам тренер сказав, як за рахунок чого покращити свою гру. Я думаю, що в нас вийшло це в якийсь момент, поки ми не провалили кінцівку. Ну, він підказував нам, він тут, він досвідчений, на свій вік він досвідчений тренер, він багато де пропрацював, тому він просто нам підказував, нам за рахунок цього було набагато легше. Питання до вас, так? Було враження, ви стояли тут весь час вибігали, бачив навіть суддя в момент, що сказав «зайди», хотіли вибігти на поле, так що хлопцям підсказати, чи це такі емоції ваші? По-перше, я дякую усім нашим прихильникам за підтримку. Ми завжди граємо за вас та приложимо усі наші сили для победи. Я вибачаюсь, мені зручніше відповідати російською. Я доволі емоціонально велся во время игры, старався підтримати парней, підказати, поэтому получилось, що я вибігав. Сегодня я не могу выделить какую-то определенную четверть, которая мне понравилась или не понравилась. Я могу сказать, что мы проиграли из-за наших ошибок, которые мы сделали. Пока что нам не хватает опыта и сыгранности. Мы с ребятами познакомились только 12 числа. У нас была всего одна предсезонная игра. Поэтому пока нам не хватает элементарно времени на все. Мы очень много тренируемся, мы тренируемся по 2 раза в день, по 2-3 часа. Пока что нам не хватает времени, но я вижу прогресс в своих парнях. Мы сегодня играли с очень хорошей командой, с хорошо укомплектованной командой, у которых есть легионеры, у которых есть опытный тренер. Но были моменты, когда мы играли не просто на равных, а мы играли лучше. И мы сегодня проиграли только из-за своих ошибок. В первой половине мы сделали очень много фолов, которые были совершенно невынужденными. Во второй половине только мы догоняли, и уже было 7 очков мы догнали в четвертой четверти. Не хватило опыта. Мы будем над этим работать, и я думаю, я вижу позитив впереди. Ярослав Зубрицкий в том числе. Ярослав очень много нам помогает на тренировках. Он подсказывает парням. Но и мои парни тоже не мальчики. У них у всех есть определенный опыт. Нам нужно сыграться. Они изучают предложенные комбинации, мы строим систему в защите. Были моменты, где мы действовали очень хорошо, больше моментов, где мы пока что действовали плохо. Будем работать над тем, чтобы хороших моментов было больше, чем плохих. Чувствовали, что
На протяжении всей игры мы меняли зону и с личной защитой, и прессинговали. На протяжении всей игры мы меняли стиль нашей игры. Это стиль нашей команды. Не было какой-то определенной четверти, где мы играли что-то одно, а в другой четверти играли другое. Эта игра – это отличный опыт для нас, так как я уже сказал, нам было недостаточно времени, и мы сыграли всего одну предсезонную игру, и нам нужен игровой опыт. Потому что одно дело – играть на тренировке 5 на 5, другое дело – играть против другого соперника. Поэтому я надеюсь, что с каждой игрой мы будем только прибавлять. Ну, я думаю, что со стороны это лучше было заметно, контролировал я игру или нет. Поэтому я оставлю этот вопрос судить вам. Дякую. Дякую.